Наш мир в опасности. Чтобы спасти галактику, мы обязаны найти 4 киберключа, прежде чем Десептиконы воспользуются ими во имя зла. Такова наша миссия. Лихач, Искривитель, Ветерпрайм, Фугас, Пулемет, Оптимус Прайм. Трансформироваться и вперед! Трансформеры Кибертрон. Фанаты, двигатели гудят, трасса готова, гонка начинается! Гонка! Опасный игрок! Спокойная трасса, значит, что фаворит сегодняшнего состязания! Один из автоботов должен выбиться в лидеры. Это единственный шанс получить киберключ этой планеты. Эй, Оберон! Объекты в твоих зеркалах движутся быстрее, чем ты думаешь. Ура! Он вышел вперед! Давай, Лихач, давай! Меня трудно разглядеть, да? Лихач! Итак, Оверрайд, Лихач, грязный босс! Смотри-ка! Они быстро оторвались от других! Скорость говорит за себя! Да, скорость! Я бы согласился начать движение с любой скоростью! Набились бампер к бамперу, и все, Дамиат! Это все твой город, Лори! Знаешь что, этот город лучший! Кафе, рестораны, покупки, книжные магазины, покупки, галереи, парки! Здесь все есть! В нашем городе тоже все есть! Горы, чистые реки, свежий воздух и ни одной закусочной на милю вокруг! Именно! Мой город самый лучший! Лихач, слышишь меня? Лихач! Слышу, сэр! Я немного занят! Доложи о состоянии. Есть проблемы? Нет проблем. Пока сцепление в порядке, я могу идти на высшую передачу. Я продолжу гонку. Не волнуйся, Лихач. Я верю в тебя. Так, парень с широким корпусом. Блокирует всю трассу. Ракета в бампер его подвинет. Сила киберключа. Активировать оружие. Что с ними со всеми? Сейчас будет возможность ускориться. Воздержитесь от атаки этого транспорта. Не послушайте, вас даже на переработку не сдашь. Выпей антифриза, расслабься. Эти приличные парни не будут стрелять в спину. Мы не хотим проблем. Проезжайте. А мы постреляем вам в спину. Кое-кто грубо играет! Это был взрыв? Что творится сзади? Не думай об этом! Догоняй Оверрайд! Это приказ! Есть, сэр! Моим данным предмет с таким знаком находится где-то в том здании. Ладно, пойдем кого-нибудь там спросим. А, Вектор Прайм сказал, что это секретная миссия. И что мы можем делать? Я умен и хитер, идеальный шпион. Что-что? Джолт, ты 000. 000. Это твое шпионское имя. Да! Агент, детишки, остановитесь, я приказываю, стойте! Суперагент минус 0-0! Это часть игры, мисс Пеннимани! Ой. Я сказал стоп! Мне за это не доплачивают.
супершпион-ищейка, скажи мне, где нужный предмет? По моей теории, предмет в комнате. Гениально. И как ты додумался, Шерлок? Это легко, после того, как мы надули охранника. А-а-а! Что-то мне подсказывает, что это не та дверь. Эй, вы! Пора снести двери этим ребятам. В смысле, проехать мимо или пустить по ракете в их двери? Вы, хулиганы, опять что-то задумали? Ничего плохого. Грабитель, трансформация! Эй, а ты не хотел меня предупредить? Что дальше? Бледный маленький катится на тупом большом, как на доске для серфинга. А! Простите? Вот вам, автодурни! Пружинка! Вот так! На пятерку! Кто-то хорош, кто-то круче, но круче всех я! Бандит! Как не монстр, ребят! Только подумайте! Местные хулиганы трусливо пытаются помешать честной гонке! А тебе-то скрыли мечту! Всем лишь бы критиковать! О них не стоит волноваться! Мы за ними приглядим! Оптимус, я тоже помогу! Счетчик, вернись сюда! Простите, иногда он забывает, что еще мало! Счетчик! Облом, сейчас всем надо быть осторожными! Правда, там зажигают. Ты видишь это, скандалист? Я уверен, что там весело. Кучка неудачников. Придется мне сильно потрудиться, чтобы получить этот киберключ. Причем быстро. Скандалист? А, Мегатрон. Скандалист, как наши дела на планете скорости? Да, я как раз собирался связаться с тобой. Ладно, я хочу, чтобы ты отправился на планету скорости и помог двум моим малышам. Не думаю, что смогу. Это почему? Ну, я не трансформируюсь в машину. Так какой от меня толк на планете гонок? И, честно говоря, у меня огромная куча дел здесь, на Земле. Скандалист, ты уверен, что так можно говорить с боссом? Выглядит так, как будто он съест тебя на завтрак. Ну, пусть поднимет. Может, слуге, наконец, пора стать хозяином. Вот оно что! Это становится интересным! Очень интересно! Наши гонщики идут на головокружительной скорости! И Оверрайд все идеально проходит повороты! Если хотите посмотреть на что-то странное, гляньте на нашу фантастную парочку! Почему это хорошая идея? Ты катался на мне! А теперь я покатаюсь на тебе! Зато честно! Тогда береги корпус! Корпус он перегрелся и перепутал грабителя со своей детской красной коляской? Что с этими двумя такое? Ну хватит! Мои друзья смотрят! Члены? Что с этими людьми? Толпа, создающая беспорядок. Сначала ставят светофоры, потом не останавливаются. Не могу этого понять. Нет у них разума. Это еще что? Скандалист, трансформация! Скандалист, трансформация! Эй, аккуратней! Брызговик, трансформация! Вы что-то хотели от меня? Эй, скандалист! Он такой же дружелюбный, как голодный Мегатрон! Гонка продолжается! Первыми идут Оверрайд, Грязный Босс, Лихач и Фашистские Клоуны! Прости, Грязный Босс, пора тебя обогнать! Пистонов не хватит, малыш! Ага! Пистонов! Это шутка была? Много сложных слов, да? Мы им не нравимся, друг. Ну-ка,
Вы, тупицы, почему вы вообще в гонке? Просто размять колеса! Эй, Крампусон, пускай дым! Я собирал его для вас! Увидимся, болваны! Меня заносит, заносит! Не остановиться! Но если переключить передачу и поймать импульс, есть! Лихач, ты в норме? Снова на трассе! Открыты ли ему висят? Это не важно, здоровяк! Мы знаем трассу и все равно его возьмем! Никто не вышибет грязного босса из гонки! Не знаю, что вы хотели, но теперь у вас проблемы! Давай разомнемся! Я ожидал большего, да? Сила киберключа! Эй, ты! Побеги ты еще! Смотри, куда машешь своей штукой! Я всегда рассчитывал удар! Близко, но мимо! А вот и Гром! Нет, хватит! Я выигрывал! Никогда не даешь закончить, когда я выигрываю! Только пошевелись! Мне нравится твой характер. Думаю, ты станешь хорошим Десептиконом. Десептиконом? Друг, спроси себя, почему Оптимус Прайм так заботится о людях, а не о нас. Разве мы не на первом месте? Тебе нравится жить в изгнании среди людишек? Нет, не нравится. Присоединись ко мне, и ты больше не будешь никогда решать дурацкие проблемы людей. Ты коварен прямо как Мегатрон. Это происходит полнейшее непонимание. Десептиконам и Автоботам нужно одно и то же. Мы все живем в одной вселенной. Просто мы спасаем ее более прямым путем. Ты знаешь, что я прав? Мы должны прийти первыми. К черту людей. Присоединяюсь. Добро пожаловать на борт, приятель. Большой парень вроде тебя придется кстати в нашей организации. Давай, я организую тебе экскурсию. Залезай! Робертович, трансформируйся. Ага. О, да ты тяжелый. Можешь скинуть вес, если зальешь бензин полегче. Начинается падение Мегатрона. Сколько раз мне говорить? Стой! 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 Все эти коридоры одинаковы. Я думал, мы уже не сбежим. Лори, какой бардак! Хуже, чем в моей комнате! Интересно, какой человек здесь работает? Думаю, мужчина лет 50 с торчащими во все стороны волосами. Дедуктивный метод, да? Учился у лучших полицейских из телека. Прячемся! Скорее, сюда! Сюда! Прямо как Бат предсказал. Ой, ну вот. Где же салфетки? Наверное, они в шкафу. Привет, как поживаете? Рады познакомиться. Я тоже рада. Итак, Бат и Лори, что вы тут делали? Я не каждый день нахожу детей в шкафу. У нас важная секретная миссия. Важная, значит, для школьной исследовательской газеты. А секретная миссия, ну, это он слегка не в себе. Стойте, задержитесь-ка. Думаю, вы попали куда надо. Я профессор Люси Сузуки. Круто! Помни, что значит секретно. Я слышу тебя. Ой, некоторые штуки металлические. Это ведь странно для древних культур. Да, это загадка. Эй, док, а эта шестеренка? Ей уже больше 20 тысяч лет. Загадка. Представляете себе?
О, спокойней, Бат. Многие коллеги смеются надо мной, но я верю, что когда-то давно пришельцы посещали нашу землю. Это круто. Думаете, это была часть пришельца? Часть пришельца? Ну, он не имеет в виду, что они были машинами, как роботы или типа того. Не имею. Спасибо, что возили с нами. Простите, что заняли так много вашего времени. А как же штука? Пошли, Бат, сматываемся от него. Дети? Алло, это профессор Сузуки. Кто-то из правительства хочет видеть меня? Да-да, и это очень-очень срочно. Миссия завершена. О чем это ты говоришь? Подумай, Лори, вы же нашли ту вещь, за которой приходили. Точно, Джол. Твоей следующей миссией будет определить местоположение модели динозавра. Это в Южной Америке, да? Слышишь, Лори? Отправляемся, солдат! Что? Ты мне приказываешь? Да ты мне не босс, Бат! Я отправляюсь не потому, что ты приказал. Понятно? Ой! Оверрайд, вырваться вперед! Все остальные идут группой со засовывая помещения! Эти двое скоро что-нибудь придумают. Автоботы, будьте готовы, ясно? Ясно! Эй, ты не хочешь предупреждать? Это импровизация! Остановитесь! Они взорвали мост! Лихач! Мне еще далеко и так мало времени на дорогу! Это невозможно! Даже на пределе скорости ты не успеешь! Эти два шута сломали мне мост! Поеду менее накатанной дорогой! О, да! Пора немного срезать! Жаль, что я их не слышу! Почему Лихач и Оптимус Прайм не сбавляют скорости? Не очень понимаю. Остается лишь догадываться, что придумал Оптимус, и надеяться, что его план сработает. План ясен? Да, я могу это сделать. Но как же ты, в смысле? Не волнуйся, главное, вернись в гонку. Фанаты гонок, я не могу на это смотреть! Думаю, что я знаю, что Оптимус планирует. И сделай вот так! Прыгай! Вот да! Оптимус Прайм, трансформация! Мы рассчитываем на тебя, Лихач! Ура! Ты это видел? Удивительно! О да, я видел! Я так волновался, что, наверное, надо теперь сменить масло! Ладно, ребята, мы тоже сворачиваем! А впереди хорошая трасса! Эй, жулики! Меня вам не отхитрить! Я оботру грязь по крыше! Живые жулики! Я это долго не забуду! Тупица думает, что может... Это был Лихач! Как он перепрыгнул дыру! Ну давай! Никого за нами! А впереди трасса! Еще мог выиграть! Как и ожидалось! Оверрайд выиграла! Наша самая быстрая леди! Лихач не выиграл! У нас проблемы? Расслабься, Коби! Если он придет в первой тройке, он проходит в финал! И не о чем волноваться! Идет борьба за второе место! Лидирует грязный босс! Лихач у него на хвосте! Не могу выиграть, так хотя бы приду вторым! Пора включиться на полную! Сила киберключа! Есть грязный босс! У тебя проблемы! Ах ты дрянь!
это сделал! Очень хорошо, Лихач. Ну вот, они нас не любят. Почему ты меня волнуешь? Нет, а? Повернись, я с тобой говорю. Ну, заклинаю тебя, выслушай, что скажет путешественник. Продолжай, Оверхолл. Ты должен отдать мне киберключ. Объясни ему ситуацию. Все просто. Приближается черная дыра, чтобы все уничтожить, но я могу ее остановить, если ты отдашь ключ. Ты слушаешь? Эй, мы не закончили! Как ты думаешь, с кем ты говоришь? Конфронтация ни к чему не приведет. Давайте спокойно все обговорим. Я говорю с тобой, Кнут, и ты отдашь мне киберключ. Но нет. Если ты хочешь что-то забрать, чужак, попробуй. Если ты настаиваешь... Бесполезно. Главный режиссер Хироюки Какуда. Режиссер Мануба Оно. Художник Такеши Кумазе. Оператор Аюми Ушиджима. Композитор Кейси Монро. По рассказам Аарона Ачера. Исполнительный продюсер Стивен Друген. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу СТС.